Всем привет, с вами снова Диана, и вау, какая у нас сейчас обстановочка очень странная, не правда ли? Но я наконец-то дома, у себя в России, и я обещала вам сделать неделю влогов, и обязательно она будет. Но я поняла, что есть материалы, которые я не досняла, или я сняла очень ужасно, мне она вообще не нравится, поэтому будьте ко мне снисходительны. Я очень плохой видеоблогер, вот. Так что эта неделя, я так думаю, будет неделя влогов, и затем я буду выпускать свои обычные видео каждую неделю по одному, я пока так думаю, потому что я хочу отдыхать, ребят. Ну, надеюсь, у вас все хорошо, как у вас дела? Напишите мне в комментарии, как у вас дела и как вы начали свое лето. Я начала свое лето прекрасно, я наконец-то приехала к своей семье, к своим друзьям, к своему молодому человеку, опять-таки, повторюсь, и жизнь, она отличная, шикарная, я очень рада, и не знаю, так что, да, прошу вас, будьте ко мне снисходительными, потому что я в один день снимала один раз, в один день я снимала много раз, в один день я не снимала вообще, в другой день я снимала раз 10, так что, что да, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. И если вы хотите еще неделю влогов, то обязательно мне скажите. Хотя я не знаю, что, буду ли я снимать их здесь, но я еду кое-куда отдыхать, поэтому если вы захотите влоги оттуда, то, пожалуйста, мне скажите, я обязательно их сниму. И потом же, как я приеду обратно, я все вам смонтирую. Ой... Что это? Я не знаю, зачем я это снимаю. Может быть, я сделаю себе неделю влогов или что-то в этом роде. Но на данный момент я иду в школу. И так как сегодня я проснулась рано, и, знаете, не надо было много делать. Ничего, я выхожу очень рано, поэтому я как-то пешочком иду. Вот. Так вот, я иду со школы и... Какой-то был очень странный день, и я сейчас очень хотела бы, чтобы у меня с собой был мой круизер, чтобы я сейчас так встала на него и покатилась, потому что такая дорожка классная. И вообще лень ходить просто. И, кстати, да, вы не видели мой круизер? Нет, если вы следите за мной ВКонтакте, то вы должны были видеть, и на Инстаграме тоже, да. Да, я его недавно... приобрела, и мы с подружкой катаемся на пляжике и вообще так. Так что мне очень нравится. Я, конечно, не профи в этом, но просто катиться могу. И не знаю, ну мне нравится, как-то, знаете, весело, потому что, если кто не знает, у меня кто-то на велосипеде. Так что да. Скейтборд — это такая норм-альтернатива, как я думаю. Оф, что еще нового? Все вы, так как я хороший сейчас, так как я постоянно сейчас выставляю фотографии в Инстаграм с Машей, все вы заходите к ней на страничку, лайкайте фотки и комментируйте что-нибудь. И она меня спрашивает: «Диан, кто эти все люди?» Говорю, это мои люди, просто понимаешь? Мои люди. С Ютуба. И теперь, Маша, из-за меня тебе станут спамить. Я тебе отвечаю. Она посмеялась и сказала, что... Нет, Диан, понимаешь? Я сделаю тебя знаменитой. Ну, может быть, так есть. И, наверное, я, если буду делать влоги, то я как-нибудь обязательно вам сниму, как мы с ним гуляем, потому что мне очень нравится... нравится проводить с ней время, и мне с ним очень весело, так что я надеюсь, она вам тоже очень понравится. Да. Что еще вам рассказать? Не знаю. Сейчас приду домой, сделаю уроки и, наверное, пойду кататься на своем круизере. Так что вот так. Круизерборд. Я катаюсь тут возле дороги. Опасно, я знаю. Но просто на дороге очень хорошая дорога, если это вообще... make sense, хоть как. Вот. Я надеюсь, меня слышите через микрофончик.
такой классный спуск, мне это так нравится. До машины, правда, сейчас ездим. Так что ходила в Starbucks и купила себе грин-ти фраппучино. Еще обожаю его. Сейчас будем кататься, потому что сейчас все машины разъедутся, и то тут будет очень мало машин. Да. Вчера они такие. Мне сейчас очень грустно, поэтому я решила записать видео. Я не знаю почему, потому что обычно, когда я грустная, я избегаю каких-либо видеокамер и фотоаппаратов. Ну вот. Каталась сегодня на своем коне. И коняшка моя подвела меня, опрокинулась, я упала. Теперь у меня вторая коленка разодранная. Жизнь, боль. А еще там загорелся зеленый цвет. Мне как бы надо туда побежать, потому что я потом буду ждать очень долго, но, как вы поняли, мне очень лень. Вообще, как так жить? Не знаю. Ну, очень больно сейчас ходить. Ну, как больно? Неприятно, щипит очень. И вообще как-то странно. Вот. Надеюсь, у вас день был лучше, чем мой. Хотя все было хорошо, кроме того, что вот я упала как бы. Да.